Накануне поздно вечером в Ленинском суде Саранска все-таки огласили приговор экс-министру культуры Анатолию Чушкину. Приговор занял больше 90 листов бумаги и почти 4 часа чтения вслух. В итоге Анатолий Чушкин признан виновным в совершении мошенничества и причинении ущерба Министерству культуры в размере 6 с лишним миллионов рублей. Эти деньги ему предстоит вернуть. Кроме того, предстоит выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. И ближайшие 5,5 лет он проведет в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил. Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему министру культуры и национальной политики Мордовии. Уголовное дело возбуждалось следственными органами на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Мордовия. Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, суд счел собранные следственными органами доказательства достаточными для признания его виновным в откриминированных деяниях.